Ребятушки, всем привет-привет! Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, ребятки, сегодня будет обзор. Видеообзор. Это будет натуральная овчина. Натуральная овчина. И первое, что у нас пойдет, девчата, это чехлы. Чехлы на автомобиль. Сейчас это будет очень актуально к 23 февраля. То есть вот как в том году это было актуально, в позапрошлом году брали себе, сыну, свату, брату, зятю, кому угодно на подарок. Для моих новых подписчиков объясню, как происходит заказ. То есть вы смотрите мое видео. Если вам что-то понравилось, что-то вас заинтересовало, я оставляю свой WhatsApp. Вы мне пишите все, что вы хотите. Пишите свой адрес, индекс, кто будет получать посылочку. Я ее оформляю. Присылаю вам трек-номер для отслеживания посылки. Считаю товар с почтовыми расходами. Высылаю карточку. Вы оплачиваете. Я посылочку отправляю. Почтовые расходы плачу здесь я при отправлении. Вы при получении ничего не платите. Просто забираете с почты посылочку и все. В общем, вот так вот просто все происходит. Вы оплатили, посылку вашу я на следующий день отправила. По почте отправляю Почта России. Никаких вообще загвоздок, никаких проблем нету. Посылки приходят вовремя, почта работает отлично, шикарно. По СДЭКу, девчата, СДЭКом, кто просит отправить СДЭКом, нет, не отправляю. Почему? Потому что вот, допустим, отправляю я Почта России. Посылка стоит 350 рублей. Идешь в СДЭК, то есть по этому же адресу отправляешь СДЭКом, посылка будет стоить, допустим, около 1000. В 2-3 раза дороже. Поэтому я отправляю только почтой. Тем более у меня почта здесь рядом, прям под боком. Прям 5 минут езды ходьбы. И, в общем, поехали. С первого, с чего мы начнем, это, девчата, чехлы. Пара стоит их 5500. То есть это у нас идет как накладки на передние сиденья. Вы можете одеть как на свои чехлы, на автомобильные, также на голые сиденья. Вот эти все крепежи, девчата, все это подходит на любой вид автомобиля, будь то иномарка, будь то отечественный автомобиль, абсолютно на любой. И, в общем, первая пара, буду нумеровать, чтобы нам с вами было понятно, что к чему. Первая пара, девчата, в чисто черном цвете. Они у меня есть в наличии всегда. Этот цвет самый ходовой, то есть, если человек не знает определиться с каким цветом, с каким рисунком, берут всегда черные. Вот, первая, вот, смотрите, внутри как они... Вот такой вот пошив, все крепежи, все качественно, все хорошо. Торгую ими уже третий год, уже их кто только не пополучал. И всегда по ним очень хорошие отзывы. То есть человек получил, пишет, ой, спасибо большое, мне такие хорошие чехлы, такие приятные. Там либо мне понравились, либо тому, кому дарили, очень понравились. Так, первый вариант. Второй вариант у нас идут черные с серым. Вот такой вот рисунок, черный с серым, второй вариант, третий вариант, девчата, тоже идут черные с серым, так, вот такой вот рисунок, третий вариант, четвертый вариант, тоже черный с серым, это уже светло-серый. Такой здесь рисунок. Четвертый вариант. Пятый, девчата, вариант. Это у нас бежевый, светло-бежевый, темно-бежевый. Пятый вариант. Шестой вариант. Черный с коричневым. Седьмой вариант. Тоже черный с коричневым. Седьмой вариант. Восьмой вариант. Темно-темно, девчата, коричневые, такие прям приближенные к черному. Так, восьмой вариант. Девятый вариант.
черный с серым. Десятый вариант тоже черный с серым. Здесь уже светло-серый цвет. Вот такой вот рисунок. Десятый вариант. Одиннадцатый вариант. Черный с коричневым. Двенадцатый вариант. Тоже черный с коричневым. И последний, тринадцатый вариант. Черный с серым. Тринадцатый вариант. Черный с серым. Так, по чехлам, девчата, мы закончили. Сейчас у нас пойдут коврики из овчины. Дальше идут, девчата, коврики. Это размеры 65 на 140. Коврики идут парные, то есть продаются парами. Пара таких ковриков стоит 5000. Вы можете применить их вот как на такой диванно-угловой. Можете применить их хоть как прикроватные коврики, хоть положить на кресло. В общем, на ваше усмотрение. Размеры вы знаете, 65 на 140. Так, и в общем, первая пара у нас. Буду показывать, девчата, по одному. Они у меня друг к другу лежат. Так их, видите, по две штучки. Идентично одинаковые. Так, первая пара у нас здесь идет черный, бежевый и цвет топленое молоко. Первая пара. Вторая пара. Серый цвет с топленым молоком. Вторая пара. Третья пара. Цвет болота с черным цветом. Третья пара. Третья пара. Четвертая пара. Это черный, девчата, с бежевым, бежево-коричневым. Четвертая пара. Пятая пара. Вот такой вот серый цвет. Черный с белым. Серый, черный с белым. Пятая пара. Дальше продолжаем. Шестая, девчата, пара. Это у нас серый с цветом топленое молоко. Шестая пара. Цена 5000 пара. Седьмая пара. Бежевый с коричневым. Седьмая пара. Бежевый с коричневым. Восьмая пара, тоже в коричневых оттенках. Восьмая пара. Так, девятый вариант, тоже в коричневых, бежевых оттенках. Девятый вариант. Десятый вариант. Серый с бежевым.
десятый вариант. Одиннадцатый вариант. Два оттенка серого, темно-серый, светло-серый. Одиннадцатый вариант. Так, двенадцатый, девчата, вариант. Двенадцатый вариант вот таких вот коричневых оттенках. Правильно, 12 вариант. 13 вариант, девчата, это у нас идут черные, черно-белые и темно-темно-синие вставки здесь. 13 вариант. И последний, 14 вариант, это у нас идут темно-серые и цвет топленое молоко. Так, запуталась. Вот такой вот рисунок. В общем, вы поняли. Они продаются парно. Пара стоит 5000. И сейчас я вам покажу одиночки из этой серии. Одиночки. Одиночки 65 на 140 размеры. В общем, в идеале подходит на заднее сиденье автомобиля, но вы можете куда угодно. Вот куда вы придумали, туда и можно. В общем, первый вариант. Такой коврик одиночка стоит 2500. В коричневых тонах. Вот так вот, девчата, они выглядят с изнанки. Видите? У меня вот этим ковриком уже, ну вот, года два точно. На всех диванах. На этом диване, на том диване и в летней кухне. Я их стираю. Единственное, они сохнут. Сохнут долговато. Дня 3-2, 2-3 дня они сохнут. Вот. А так все. Постирал, постелил. Так, одиночка. Первый вариант. Одиночка. Второй, девчата, вариант. Два 500. Размер 65 на 140. И одиночка у нас идет третий вариант. Так, это что касаемо одиночек. И сейчас у нас, девчата, пойдут, которые двухметровые. Вот эти двухметровые в идеале подходят на одинар, то есть на просто диван, не угловой. В общем, у них размер идет 2 на 65. Цена у них 3500. Так, и в общем, первый вариант у нас двухметрового коврика. Первый вариант. Второй вариант двухметрового коврика. Ни запаха никакого нету, абсолютно. Шкурки мягкие-мягкие, девчата. Ну вот, мягкие, не как наждачная бумага. Так, третий вариант у нас двухметрового коврика. Третий вариант. Четвертый вариант вот таких коричневых тонах. Четвертый вариант. Пятый вариант в чисто сером цвете однотонный. Пятый вариант. И последний, шестой вариант, это у нас идет расцветка мозаика. Шестой
простой вариант, расцветка мозаика. Цена 3500, двухметровые, парные у нас стоят 5000, одиночки стоят 2500, чехлы у нас стоят 5500 пара. И дальше у нас, девчата, в завершении идут вот такие вот круглые. Они идут в диаметре 40 сантиметров. Видите? У них цена 350 рублей. Одинаковых их подобрать, девчата, невозможно. Каждая штучка в разных расцветках. Вот, это на стул кинуть, под ноги кинуть, на переднее сиденье автомобиля кинуть, под попку, чтобы тепло было. Видите, 350 рублей. Красота. Так, ну и на этом я свой обзор коротенький заканчиваю. Это что касаемо овчины. Также, девчата, в наличии есть и масло топленое, и чаи, и балхам. Все это в наличии есть. Из обзора в обзор, конечно же, это все показывать не буду. Многие уже об этом знают. Ну и в конце уже включу, девчата, вам запись того, что есть в наличии. Вот, тюль включу, там водолазки, это все-все у меня в наличии есть, это все можно заказать. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, всех вас целую, люблю, до Луны и обратно. Всем пока-пока. Второй вариант, высота также 2,70, вот такой вот рисунок. Это у нас уже идет просто цвет шампанского без золота. Второй вариант. Четыре рисунка, то есть вверх около карниза, попадающие на стекло и вот такой вот низ. Второй вариант. Цена также 350 рублей. В общем, девчата, цену не буду уже говорить, вы поняли. Метр стоит 350 рублей. Третий вариант. Тоже цвет шампанского. Вот с таким вот рисуночком. Высота также 2,70. Вот такой вот рисунок. Цена, девчата, для этого тюля шикарная. Некоторые еще на начальном этапе, кто заказывал, не верили, сомневались. Получали, потом заказывали на весь дом. Гладить не надо, постирали, повесили. Никакой глажки он не требует. Третий вариант. Цвет шампанского. Четвертый, девчата, вариант. Тоже цвет шампанского, вот с таким вот широким низом красивым. Получается у нас три рисунка под карниз, на стекло и вот такой вот низ. Высота также 2,70. Четвертый вариант. Ребятушки, всем привет-привет! Всех вас целую, люблю, до Луны и обратно. В общем, ребятки, сегодня будет очередной видеообзор всякого нового, всевозможного товара. И также для своих подписчиков, кто меня увидел в первый раз, объясняю, как происходит заказ. Вы смотрите мое видео, если вам что-то понравилось, что-то вас заинтересовало, вы мне пишите в WhatsApp все, что вы хотите. Вы пишите мне свой адрес, индекс, кто будет получать посылочку. Я ее оформляю, присылаю вам трек-номер для отслеживания посылки, считаю товар с почтовыми расходами, высылаю карточку, вы оплачиваете, я посылочку отправляю. Почтовые расходы я плачу здесь при отправлении. Вы при получении ничего не платите, просто забираете с почты посылочку и все. В общем, вот так вот просто происходит заказ. Вот вы мне написали, что вы хотите, в течение 2 дней ваша посылочка будет оформлена. С того момента, как вы мне оплатили посылку, если это было в первой половине дня, посылочка будет отправлена в этот же день. Либо уже, если вы оплатили во второй половине дня, будет отправлена на следующий день. В общем, вот так вот просто все происходит.
я все модельки, допустим, в чего показываю, либо нумерую, либо делайте скриншот, присылайте. Ну и, в общем, я, девчата, еще раз повторюсь, те, кто уже меня смотрит давно-давно, делает заказы про этот ассортимент, его уже знают, девчата, этот ассортимент 3 года, но вдруг кто-то новенький не знает, я повторю, что есть наличие. В наличии, девчата, есть балхам. Балхам стоит баночка 500 рублей, в баночке 250 грамм. Это снимает симптомы кашля при респираторных, девчата, заболеваниях, курильщики, кто курит, у кого сильный кашель. В состав входит 3 ингредиента. Живица сосновая, топленое масло и мед. Вот такое средство у меня есть. Оно особо в рекламе не нуждается, потому что продаю его, девчата, 3-й сезон. Его берут уже на постоянной основе тех, допустим, кто у меня брал его 2 года назад. То есть это средство уже проверенное на себе, на своих родных, на своих близких и соседям, и знакомым. В общем, это средство, девчата, знайте, что оно у меня есть в наличии всегда. Оно у меня будет в наличии всю зиму. Также, девчата, масло топленое, тоже, которое особо тоже уже не нуждается в рекламе, потому что тоже продаю его 3-й сезон, его берут на постоянной основе. Масло топленое, ведерко, девчата, 900 грамм, это ведерко, цена на него 950 рублей. Также, девчата, у меня прошел новые обновления по чаю. Многие спрашивали козлятник, очень многие, вот, но он, девчата, заканчивался. Заканчивался, вот сейчас у меня он опять есть в наличии. Что такое козлятник? Это те, у кого есть, девчата, диабет. Конечно, диабет он вам не излечит, но для какого-то поддержания легкого он помогает. В состав входит трава козлятник. Вы о ней очень много можете почитать в интернете. Чаи, девочки, стоят пачки 100-граммовые, чай стоит 200 рублей, вот такая вот пачечка. Дальше у меня идет, девчата, чай иммунитет, точно так же, цена 200 рублей, 100 грамм. В чай иммунитет в состав входит лист березы, полевой хвощ, барбарис, душица, чебрец, рододендрон, листья малины. Все это, девочки, здесь, вот оно наглядно, все это здесь есть. Вот тебе и барбарис, и все-все-все. Так, чай иммунитет. Дальше, девчата, чай женский. Кстати, его тоже спрашивали, тоже есть, но не в большом количестве. В чай женский в состав входит ромашка, чебрец, липа, мелисса, шиповник, таволга. То же самое, 100 грамм, цена 200 рублей. Дальше у нас идет чай сладкий сон. Состав мята, чебрец, иван-чай, лепестки подсолнуха, душица, зверобой. Вот это все вы тоже можете наблюдать наглядно, что все здесь это есть. Дальше идет чай успокаивающий. Состав мята, липа, лист малины, шалфей, чебрец, лепестки роз. Вот они, и лепестки роз. И здесь лепестки роз, пупачки, видите? Так, и последний, девчата, чай. Сейчас тоже очень, кстати, актуальный. Чай называется «Грипп и простуда». Вот оно. В грипп и простуду у нас входит корень имбиря, барбарис, липа, иван-чай, мята, чебрец, лист малины. В общем, вот такой вот ассортимент, девчата, по лечебным чаям. Так, дальше у нас, девчата, идет шубка, 3-й вариант. Она у нас идет в 2 цветах. Размеры ее идут от объема груди 110 до объема груди 120. Плюс, девчата, промежуточные объемы. Но также присылайте свои объемы по грудь, бедра, потому что надо все измерять, правильно же? Вот, это 3-й вариант, цена у нас на них 5000 рублей. В длину они также, девчата, 68 сантиметров. По низу у нас идет, вот такой вот у нас идет низ, видите, вот такой вот полукругом. Здесь у нас идет вот такая вот застежка. Так, сейчас я вам ближе покажу. Так, вот такая вот застежка, то есть вы можете низ свой подзатянуть, ну и также она служит в роли как бы, да, вот такой вот отделки. В общем, эти шубки у меня есть, девчата, в черном цвете, вот эта же моделька, что на мне, и есть вот в таком вот цвете, под голубую норочку. Вот такая вот красота. Все модельки идут с капюшонами. И черная шикарная, и под голубую норочку, девчата, тоже шикарная. 3-й вариант, цена 5000 рублей. Это, получается, размеры 52-е, 54-е, девчата, 56-е здесь есть в этой модельке. Но, опять же, присылайте объемы.
Третий вариант, девчата, тоже вот такая вот интересная моделька. Смотрите, как бы как пиджачок. Застегивается она на одну кнопочку. Одна кнопочка, тоже вот такая вот планочка-обманочка. Вот такая вот брошка здесь идет. Видите? Посмотрите, как сделан низ. Интересно. Так, модно, креативно. Очень большие, девчата, вот это карманы очень глубокие. Это у нас больше размер 52, девчата, 54. Вот такая вот моделька в цвете капучино. Смотрите, вот это вот под брючки вообще шикарная. Так, воротничок. Кстати, по уходу. Кто-то думает, что это что-то такое, что это надо нести в химчистку. Нет, девчата. Когда вы их получаете, конечно же, вы получаете их в упаковке, да, они, конечно, примятые. Если у вас нет парового утюга, закинули в стиралку на самый быстрый режим, там у меня вот самый быстрый, это 28 минут, да. Простернули, все, повесили, посушили, оно у вас пушистенько, оно у вас разгладилось. Никаких заломов, ничего по ней нету. И все, и носите. И вот такой вот у нее уход. Третий вариант, девчата, цена 3500 рублей. Также в наличии, девчата, у меня есть кашемировые колготки. В общем, начинаются они у меня с 48 размера до размеров гигантов. Вы уже пишите, какой у вас размер, ну, какой размер вы носите, либо вы носите размер гиганты, я буду колготки ложить по вашим объемам. Эти колготки, девчата, тоже уже проверены временем. Продаю я их уже второй сезон, то есть те, кто в том году брал, их берут опять. Колготки... Хоть они вот так вот выглядят и вроде бы тоненькие, девчата, но они очень-очень-очень теплые. Видите? В общем, на колготке цена 450 рублей. Ну, получается, все размеры есть. 48 по размеру гиганты. Дальше у нас, девочки, идут лосины. Лосины. Есть размеры гиганты и есть размеры норма. Вот эти шикарные лосины, девчата, растяжка шикарная. Это вот прям гиганты. В общем, смотрите. Растяжка у них идет на размах крыльев. Внутри высокая, девчата, посадка. Скукоживаться, скошлативаться они у вас не будут. Внутри идет вот такой вот мех. Цена на эти лосины 800 рублей. И есть, девчата, еще лосины, которые идут на размер норма. Норма это у нас идет 48-52. Это у нас уже идут верблюжьи вот такие вот лосины. Тоже очень-очень теплые внутри. Также с высокой посадкой. Здесь идет вот такая вот резиночка, что на тех, что на этих. То есть не впивающаяся в вас. И здесь у нас на верблюжьих лосинах идет вот такой вот начес. Видите? На них также цена 800 рублей. Дальше у нас пойдут головные уборы. Меховые, девчата, головные уборы. Ну и покажу вам челмушки. В общем, смотрите, шапки. Первый вариант. Вот это у нас, девчата, идет норочка с чернобуркой. Вот это у нас идет чернобурка. Вот это у нас, девчата, идет норка. Цена на эти шапки 4500 рублей. Вот этих вот у меня осталось их несколько штук. Вот так вот она смотрится. Цена 4500. Вот такой вот вариант. Так, первый вариант назовем. Вот эта шапка. Вот от нее, девчата, прям балдею. Здесь идут, видите, вот такие вот висюлечки. Это у нас тоже идет норочка с чернобуркой. Вот так вот она смотрится. Второй вариант. Цена 4500. Смотрите. Шикарная шапка. Так, ну и, конечно же, шапка королева. У меня, девчата, тоже осталось буквально несколько штук. И на этом я уже по шапкам меховым, именно по королеве, заканчиваю. Отшивать мне их уже не будут. Вот, потому что это все делается летом. Сейчас все цеховики заняты. Так, шапка королева. Цена также 4500 рублей. Так, я ровно хоть одела. Ну и дальше, девчата, в завершение у нас идут челмушки. Челмушки
которую вы многие любите. Они в наличии есть в 4 цветах. Сейчас все цвета померяю. И на этом мы с вами обзор заканчиваем. Челмушки эти идут без подкладки. Больше, конечно же, это идет осень. Ну, вот как у нас зима какая, да? У нас сейчас вообще оттепель. Все потаяло. Так, вот такая вот челмушка. Это у нас цвет беж. Цена на них на всех, девочки, 700 рублей. Так, челмушка цвет болото на любую форму головы, потому что там идет, девчата, вот эта вот резиночка. Принимает любую форму головы. Вот такой вот болотный цвет. Так, серый, девочки, цвет. Вот такой вот серый. И цвет пудра. В общем, 4 цвета. Ну и на этом я свой обзор, девочки, заканчиваю. WhatsApp свой оставляю. В том году, девочки, по поводу Нового года. Скоро ж Новый год, что там 10 дней осталось. Посылки шли, заказы в том году писали люди. Вот я помню, 31 числа нам уже надо было выезжать в город. Я еще собирала посылки. Все получили, ничего нигде не потерялось. Несмотря на Новый год, посылки все равно двигаются. Ну, конечно, когда уже начнутся праздники, на праздники все почтовые отделения закрыты. Но те посылки, что успели тронуться до Нового года, они также и будут продолжать передвигаться. Потому что вот так было в том году, так было позапрошлом году. А там уже сами смотрите, кто прям ждет четко на Новый год. Я, девчата, аж не знаю, кто в каком городе живет, сколько дней идет посылка. Так что вот такие вот дела. Все, всем пока-пока. Всех вас целую, люблю. До Луны и обратно. Жду, девчата, ваших заказов.